друзья! Вы на канале «Здорово и вкусно» с Дианой. Сегодня хочу предложить вам приготовить два соуса. Первый соус – это греческий типити, и второй – майонез. Устроим баттл. Вперед! Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, и оставляйте комментарии. Сегодня у нас греческая кухня против французской. Греческая кухня представлена закуской хтипити, которая состоит из красного болгарского перца, острого перца, сыра феты, масла и черного перца. Майонез также у нас будет с красным перцем и чесноком. Основа майонеза — это масло подсолнечное, яйцо, уксус, сахар, соль и горчица. Итак, начинаем. Выкладываем красный перец, острый перец и чеснок в блюдо, либо на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем на максимальной температуре. Приготовим майонез. Есть несколько тонкостей. Во-первых, чаша, в которой мы будем взбивать майонез, должна быть по объему такая же или чуть-чуть больше самого блендера. В любом другом случае у вас майонез может просто не сбиться. Разбиваем яйцо. И еще одна тонкость. Мы разбили яйцо, и сделать нужно это очень аккуратно, чтобы желток не потерял свою форму, чтобы он остался целым. Всыпаем сахар, соль, горчицу. Вливаем подсолнечное масло. Теперь нам нужно придавить желток блендером так, чтобы он оказался внутри. И начинаем взбивать на максимальной скорости, не поднимая блендер, пока не появится белая эмульсия. Появилась белая эмульсия, теперь мы можем поднимать блендер и еще хорошенько все смешать, чтобы все ингредиенты там смешались. Вот это майонез практически готов. Добавим немножко уксуса и окончательно хорошенько все. Вот такой майонез у нас получился. Чем больше масла, тем майонез у вас будет. Ставим его пока в холодильник, пусть он немножко застынет. Наши перцы готовы. Остудим их и потом продолжим с ними работать. Кубиком нарезаем фету. Очищаем перец от кожуры и от семян. Основная часть болгарского перца и один острый перец идет на хтипити, все остальное идет на майонез. В чашу блендера опускаем перец и чеснок. Сюда же добавляем майонез. Для хтипити тоже перец измельчаем в блендере. Кладем в чашу блендера фету, измельчаем ее. Выкладываем фету в емкость. Отдельно. Мы сейчас смешаем ее.
перцем. Добавляем перец. Перемешиваем все тщательно. Слегка подперчим для аромата. Добавим чуть-чуть масла. Кладем оба соуса в холодильник, даем охладиться 15-20 минут, а потом мы выберем, кто же победил в этом батле. Французский майонез с болгарским перцем и чесноком готовы. Дегустируем и пишем в комментариях, какой рецепт вам ближе. До новых встреч!